Всем привет! Не прошло еще и суток, как мы были 2 дня на рыбалке, и вот уже мы опять за 200 километров от города, но в этот раз не на рыбалке, а приехали в Алтайский край, в Бор. Попробуем поискать белые грибы. Время сейчас 7 утра, из города мы выехали в 5, то есть вот добирались до суда где-то 2 часа. Вот такое вот шикарное место. Ну и если вы смотрите это видео, значит все-таки грибы нам попались. Ну и пока вот за первых 10 минут попадаются только одни сыроежки, зато смотрите, какими кучами. А вот он, друзья, первый белый гриб. Смотрите, именно то, зачем мы сюда и приехали. Чистенький. Красивенький такой, вот не маленький, так что уже приехали не зря. Ну и сразу же вот после белого попался масленок. Еще такой красавчик попался. Ну а вот и подосиновичек первый. Тоже такой свеженький, чистенький. Ну вот еще и грусть попался. Я его даже резать не буду. Сразу видно, что переросток. Это что у нас? Это у нас масленок. Чистенький. Еще один, скорее всего, уже переросток, да. Червивый. Еще один красавчик попался, чистенький. Вот. Еще один очередной красавчик, тоже такой классный. Ну, этот вообще сырой. До города я такой не довезу, жалко. Вот такие вот в этом Бору вековые сосны растут. Вот такая здесь красотища. Ну что ж, друзья, походили мы по лесу пару часиков, грибов тут не особо так и много, но на жареху я все равно собрал.
сожалению, нам уже пора ехать в город. Это опять же там 200 с лишним километров. То есть приедем мы только ближе к вечеру. В городе есть еще кое-какие дела. Так что будем собираться. Ну и пока иду в сторону машины, вот еще грибок попался. Этот хороший. До этого попалось два вот таких вот блина, но те уже были прям трухлявые. А этот вообще он чистенький, тверденький. Ну и в общем вот конечный результат. Грибов немного, но как я и говорил, на жарек это точно есть. Пара подосиновиков, маслята, ну и остальное белые. Чтобы вот это вот все собрать, нам пришлось проехать. Ну в одну сторону 200, сейчас обратно еще 200 километров прошуруем с копейками. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока-пока. До новых интересных видео.